Это майор. Ну, распечатывайте. Это майор. Сколько стики заклёво? У вас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, дети, давайте сделаем не так. А как? Давайте положим их в одну кучку. И вы берите по одному и распечатывайте. Или на один возьми. Один возьми. Так. И ты возьми один, распечатай. Или будешь Лёве давать, он будет распечатывать. Да. Лёва, вот так вот, вот в этом месте пополам нужно разорвать. Пальчиками. Пополам. Ну, давай. Папа, покажи, как. Тут там опалось. А ой, что там? О, желтый. Ура, такого нету. Супер. Дальше. Что там? Дальше. На. Там нету пластика? Да, это уже пустой этот пакетик. Да. Поделать еще. О. Поделать. Лёва, следующий распечатай. Опять! Опять такого нет? Да. А нет, такое есть рыбка. Ну, у нас уже одна. Было. Ну, уже страшно, будет еще одна рыбка. Где? Как дельфинчик. Да, давай. Отдай что там. Сникерс. Да. Пока Лёва был на тренировке, Алёна ходила, купила их. Что это? Это уже пустые. Да, это тоже. Опять! Что опять? Есть такое? О, два будет желтеньких. Вот везёт тебе на желтеньких. Давай. Да. Я хотя бы, чтобы уже был кручать. Крутяч? Да. Надо их название выучить. На. Пап, подай, пожалуйста, газету, мы посмотрим, как они называются. У них у каждого есть имя. Посмотрите! Ой, такого нету. Вот сейчас посмотрим, как его зовут. Вот он. Вот это он? Да. Носокинь. А по-русски как будет? Носоконь, наверное. Носоконь, да. А вот этот... Что написано? Ёрш? Ёрш. Ой, получилось лопнуть. Такого не было еще. Смешно. Папа, как его зовут? Его зовут... Вот этот? Хохоль. Хохоль. Вот такой вот хохоль. У Лёвы теперь есть мамочки. Вот Лёва бабахает. Опять? Кто? Носокинь? Да, носокиня опять. Уже два носокиня, один буба и один хохоль. Да, хохоль. Там есть хохоль? Вот он. О, сдулся уже. Ну, порви. Лёва, как папа тебе показывал пополам? Сдулся. А где ты? Где ты? Ну что, достал? Я хочу, чтобы ты беленького достал. Мертвые. Хэнк. Опять. Кто это опять? Билли. Билли опять. Да, у тебя есть уже Билли один. Чпок. Да, я тебе помогу. А эти уже все пустые? Я тебе помогу. Ой. Одни шкурки уже остались. А где ты? Где Дэлка? Дети, кто-то? О! Кто-то? Такого не было? Кто-то? Ну, наконец-то! Папа, кто это? Серенький, да, кто-то? Вот этот? Шмига. Я болото! А, по-русски будет шмыга, да? Да, болото! Можно я теперь? Страшненькая шмыга, на злую медузу похожа. Да. Папа, ну помоги. Папа, не. Что там? Да, Алена одну распечатает. Ну, кто? Нет у тебя такого? Нет. Это пи... Пан кальмар.
Да. Пан кальмар. Да. Ну, давай доставай свой корабль. Неси свой кораблик, будем вставлять твои фигурки туда. Не я первая. И ты будешь вставлять, сейчас Лёва тебе покажет. Оставь ту, сейчас Лёва принесет кораблик. Я буду одеть. Их домик. Я буду одеть. Держать будешь. Лёве будешь подавать по одному, а Лёва будет вставлять домик. Ой, большой корабль. Неси скорее, открывай. Алена тебе будет давать по одному, ты будешь вставлять. У Лёва тут коллекция. Сейчас он свою коллекцию пополнит. Новыми фигурками. Но, Алена, ты же обещала давать Лёве. Давай ему одну фигурку, он ставит ее на место. Он знает, где у них домики. Вот там все другие. Да, другие тоже там. Морской кальмар. Так здесь. Вот, полезай в свой домик, кальмар. У тебя скоро уже все фигурки будут. Я болотник. Это Шмига у тебя, да? Да, Шмига болотный. Я в осенне. А это Ёрш. Ёрш? Ёрш. Спасибо, ну тут так написано, это что кто? Это рогонос. Написано рогонис. Ой, кто-то! Это рогонос. А кто-то? Как же ты... А, вот там тоже в домиках написано их название. Скоро ты уже сам научишься их читать. Ну, опять это... Вот еще один. Вот еще один. Как же тебе повезло, так много фигурок. Как оно? А беленькая ни одной так и не попалась. Ну вот. Только цветные. Но зато они очень красивые и яркие. Ты рад? Не хватит. Да. Вы все фигурки страшные. А, еще одну забыли вставить. Давайте вставляйте еще последнюю фигурку. И корабль поплывет. Мы страшные фигурки. Все, поплыл кораблик. Лёва, закрывай. Смотри, я не выглядываю. В окошечке, в иллюминатор. Дай Алёне посмотреть, она еще не выглядывает. Покажи две окошечки. Алёна, вот окошечки, смотри. Смотри, какой выглядывает. В этот. Ну все, пусть плывет кораблик, идите играйте. Поплыл кораблик в комнату. Смотри, кого он боится. Это, наверное... Осьминог. Шнурок. Это не шнурок. Осьминог? Да, большой. Можно я смотрю? Можно. Лёва, можно смотреть? Тоже. Все, давай. Давай мы чуть-чуть посмотрим. Идите в комнату. И там смотрите. Вот мама тут сейчас будет на стол накрывать, ужинать будет. 8, 10, 11, 9. Алёнушка, а ты на выбросе, пожалуйста, все кожурки. Давай. Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Итого, сколько получилось кожурок? Да. Осторожно. Алена, вот мусорное ведро. А, я била. Мама, я